Я считаю, что вакцинация от гриппа необходима, так как сейчас наступила сезонность. В осенний и весенний период наиболее подвержены пациенты к заболеваниям ОРВИ, ОРЗ. Также авитаминоз. Недостаток витаминов приводит к тому, что иммунитет снижается, и люди чаще болеют. Поэтому вакцинация необходима. Она подходит для всех возрастов. Также можно сделать ее в любое время. Приходите с 8 до 8 в поликлинику номер 2, в отдел профилактики. Говорите, что вам нужна вакцина, заполняете необходимые документы, анкеты, проходите на осмотр, вам дают допуск и делайте прививку. Обязательно паспорт, полис, чтобы удостовериться в вашей личности. Переносится хорошо. Человек на следующие сутки может почувствовать некоторые недомогания, такие как вялость, слабость, может подняться температура до 38, но это не страшно. Она в первые сутки, может быть, двое, уйдет. Нужно при этом принимать жаропонижающие. Если есть какие-то склонность к аллергическим реакциям, выпить антигистаминные. Лучше сделать, конечно, прививку, чем не сделать, потому что от гриппа чаще как сопутствующие патологии появляются, такие как может давать побочные эффекты на сердечно-сосудистую систему, может давать на неврологические иногда, может также обострять хронические заболевания, такие как пиелонефрит, допустим, может быть, если у кого-то есть хобы, лимфиземы, тоже обязательно нужно делать прививки, так как они подвержены наиболее гриппу. Лучше сделать прививку в первом месяце, в сентябре, или на первой неделе октября. Позднее уже будет неэффективно, и то не будет смысла никакого.